6 вересня 2017 року розпочалася історія проєкту «Вухастий острів», що брав участь та був допущений до голосування у програмі «Бюджет участі». За задумом автора Катерини Іванової, кошти потрібно було спрямувати на облаштування майданчику для вигулу та дресирування собак. Майданчик мав стати місцем, де власники чотирилапих могли б поспілкуватися одне з одним та обмінюватися досвідом, дресирувати своїх улюбленців, тим самим підвищуючи їх соціалізованість. У мене є собака, да. Тільки раді собаки, мабуть, благодаря вот этой собаке это все и происходит в этой жизни. Как поменяется ваша жизнь и жизнь вашего питомца с появлением Ухастого острова? Ну, я думаю, что мы будем активными участниками, будем посещать, мы для этого и строили, чтобы ходить на площадку, будем, ну, как-то примером, наверное, больше своим показывать и людям показывать, как можно с помощью собачки и с помощью вот такой площадки стать более послушным и культурным. Мета проекту – створити місце для вигулу собак, де було б комфортно займатися зі своїм улюбленцем і, головне, робити це безпечно. Ну, ми ж наблюдаємо собачі міри, да? Хто, якої собаки відбувається. У нас є соціальні сеті, у нас є групи в Вайбері, в Фейсбуці, і буває, приходить інформація там, в Печерському собаку збила машина, в Белгородському собаку збила машина. У мене возникла просто ідея зробити забор, либо же оградить дорогу в тех местах, где чаще всего гуляют собаки, либо же сделать территорию, где можно прийти и выпустить свою собаку. Вот. Но презентовать идею просто с забором было интересно. Ну что вы хотите, построить забор? Ну что в этом такого? И поэтому мы решили сделать полноценную площадку для дрессировки собак. За результатами голосування проект зібрав 424 голоси і отримав статус переможця. А далі розпочався довготривалий етап реалізації. Починаючи з грудня 2017 року, власники собак більше 2 років чекали на його відкриття. Написати – це одно, да, а вот етап самореалізації, вот в этом сложность. То есть нужно заключить договора, да, нужно найти человека, который будет это все строить, то есть по земле решить вопросы. Вот в чем сложность? Это не простая закупка, да, какого-то оборудования, а это именно строительство. Тут и земля, тут и закупка материалов, и непосредственное изготовление, монтаж, и все сложно, скажу. То есть очень много можно говорить, но пришлось побегать очень много. Вот. 2 года у нас на это ушло. От ідеї, от мислі о тому, що можна построїти, і от буквально в маї це буде 2 роки. 16 квітня проєкт остаточно був реалізований, і ось цієї суботи відбулось урочисте відкриття Вухастого острову, окремого клаптика землі в Славутичі, де господарями є чотирилапі. Класно, молодці, що зробили. Давно треба було, кстати. Собакам розвлечення, як би і нам теж. На ваш взгляд, появлення Вухастого острова як-то змінить життя собачників і їх питомців? Конечно, это всегда какая-то отдушина, это всегда какое-то занятие, это всегда какое-то время. И опять же, это все-таки не лес, не прогулки по городу, это тренировка определенная. И хозяина тренировка, и тренировка его питомца. Разнообразнее будет жизнь, можно будет тренироваться, конкретно по снарядам заниматься. Это им веселье, ну и нам хобби, занятие дополнительное. Как часто планируете посещать этот остров? Ну, вообще, как бы раз в неделю у нас тренировки такие на выходных, то есть планируем посещать. Если бы жили ближе, то можно было каждый день приходить, так далековато идти. Все хорошо, тренировались мы прежде, когда строили, еще приходили, так иногда тренировались. Ну, вообще собачка умненькая, тренировали, дрессировали. Площадка хорошая, главное, чтобы не угробили, как всегда. А так все замечательно, пускай процвітають, собачки тренуються. Зазначимо, що проєкт було втілено в життя хоча й за 2 роки лише завдяки тому, що автор Катерина Іванова продовжувала робити все можливе, залучала до співпраці небайдужих активістів і не впадала у відчай. Саме завдяки їх команді проєкт «Вухастий острів» бюджету участі доповнив список реалізованих проєктів цієї програми. Це робота командна, тільки командна. Тобто від того, що я автор проєкту, це дуже мало. Это ничего, это чисто сел и написал руками. А все остальное в работе – это командная работа. Вот ребят, которых мы сейчас представляли, это благодаря им. То есть очень многие работали именно в плане агитации, когда это был этап голосования. Все работали, то есть все бегали. Мы буквально за руку водили, мы на телефонах сидели, мы в интернетах это все афишировали. Вот. Когда пришли уже к тому, что мы стали одними из победителей, вот, когда уже этап реализации, это уже совсем другое, и все равно команда работает. На самом деле не было сложно.
было классно, потому что городу нужно это. Ну, и на каждом этапе нам помогали. Ну, не было сложно, все, ну, на таком драйве происходило. То есть, давайте эту штуку, давайте, подаем проект, подаем, голосуем, голосование прошло, дальше, дальше, дальше. То есть было немножечко растянуто во времени, хотелось бы это сделать быстрее, но, к сожалению, из-за некоторых моментов, то есть транши денег выделялись не сразу, а постепенно, и поэтому монтаж площадки был немножечко длиннее, чем планировалось. Мы работали одной командой, в которой входило, ну, порядка десятка человек, которые занимались и организационными процессами, и всеми остальными. Так что, на мой взгляд, вообще, вы знаете, когда реальность оправдывает ожидания, это очень великолепно. То есть она даже еще лучше получилась, чем мы планировали. Площадка появилась благодаря проекту в бюджете участия. Вы принимали участие? Да. Около я, всех своих друзей, около 50 человек, даже знакомых 70, где-то так вот. Ну, большинство старались с Екатериной, организатором, искали, чтобы люди голосовали, ну, организовывали, ну, потому что надо, для собачек, как бы, это важная часть. Принимала активное участие, помогала, разносила списки, как бы рекламировала между своих знакомых, просила, чтобы голосовали, потому что это очень важный проект для города, и такой не во всех городах есть. До речі, останнім часом ми полюбляємо порівнювати наше місто з Черніговом. Так от, у цьому ми перші. І гості з сусіднього міста, що прибули на відкриття із заздрістю, мріють про подібне місце в їх місті. Ми просто з Чернігова, і ми приїхали, ну, така є ідея і у нас теж зробити. Тому, звісно, це великолепне місце, ну, правда. Я, ну, в Чернігові теж піднімався вопрос уже не раз. Тому ми хочемо просто посмотреть, наверное, і у нас теж таке. Я работаю в Киеве, работаю в Славутище, работаю в Чернигове. Я не видел таких площадок. То есть обычно люди что-то сами делают своими руками, либо же какие-то профессионалы, которых спортивные собаки, да, там полицейские собаки, военные собаки. У них при подразделениях есть какие-то организованные площадки, которые там им спонсируют все. То есть городской площадки, которая доступна для всех людей, такого формата просто нет. То есть у нас есть здесь куча территорий, у нас есть поле вот возле дороги, просто голое поле, есть тренажеры. Конечно, мы будем развиваться, если что-то нам будет не хватать, мы будем это доделывать и, может быть, расширять наш остров дальше. Главное было нам начать. Наостанок декілька слів скажемо про організацію самого відкриття. Воно було таке ж неймовірне, як і сам майданчик. Показові виступи, конкурси, збір коштів для притулку собак, а на додачу ще й смаколики, якими пригощали всіх без винятку. Плов, реберця, скумбрія та багато іншого. Яскраві медалі та призи. Одним словом, організатори вклали свою душу. Запрошуємо усіх без винятку славутичан з їх улюбленцями відвідати Вухастий острів. Він у вільному доступі для всіх охочих, абсолютно безкоштовний. Головна умова – нічого не ламати та за собою прибирати. Сподіваємося, Вухастий острів стане дійсно улюбленим місцем для чотирилапих славутичан.